где победительная, но яко избавшися от злых благодарственная, воспесуем тиро битву и Богородице, но якая мощая державу непобедимую от всяких нас бед свободи да зовем те. Трагических событий, которые, увы, стали для нас обыденными, все же случаются события по-настоящему радостные. Еще один бывший военнопленный вернулся из Афганистана на родину. На брифинге журналистам сообщили, что возвращение было бы невозможно без участия пакистанской стороны. Так пакистанская разведка постоянно выходила на связь с российской. Ждать освобождения пришлось долго. Рядовой Николай Иванов пробыл у маджахедов целых 7 лет. Лишь Международному Красному Кресту удалось отыскать его в одном из кишлаков Афганистана. Плен сделал Николая замкнутым и настороженным. Видно, Колюшка, что он не успел еще осознать гигантской перемены в его ставшей уже привычной тамошней жизни. По последним сведениям, еще около 70 находятся в плену маджахедов. И хочется надеяться, что все они не забыты своей страной и будут возвращены. Ждем. Телеграмм уж на завтра была. Мать-то где? Мать зови! Да в огороде она! Бегит, вон сам видал. Ну, здоров, братан. Глянь, обнимает, целует. Агарник, как бы. Они тебе про отца-то рассказали. Повесился батя. В декабре 3 года будет. Зах.
захожу в дом, а отец висит на крюку он. Все Федьку прошу выдернуть, да к ему черту, все не досуг. Пьет да спит, спит да пьет. И не так уж и выпивший был. Не знаю, что на его нашло. Ой, а как он ждал тебя, Колька, как ждал. Бывало, сяду поплакать, а он мне... Не смей, не смей. Живой наш Колька, живой вернется. Ты вернулся, слава тебе, Господи. Айда, ребят, сейчас поросенка резать будут. А кто резать-то будет? Тимош! А ворот-то зачем снимать? А как стук народу у Соки, шумник, держи, чё? Да держу, держу. Федь, а крестный-то где? Пьяный, что ли? Я тюбетейку мерит, и по колям тюбетейку привез. О, дает. Федь, а тебе? Кожан, курку в натуре. А я тут все падать стала. Иду, как колода, завалюсь. Ну, думаю, наверное, умру скоро, думаю. Ну, ладно, да как, хозяйство на Федьку оставишь, а тут ты вернулся. Теперь помереть не жалко. Может, еще и внуков дождусь, а? Колька! Коль, чего ты, сынок, слова матери не скажешь? Все молчишь, да молчишь. Вера! Верочка! Прошу. Вы мне? Доставим с комфортом. Да, красиво жить не запретишь. Поехали. Ой, поют-то как. Внук, я ж все-таки крестный твой. Я ж тебе вот на этих самых руках держал, когда крестили-то. А крестил тебе поп Поликар. Ты его еще раз обоссал. И он на тебе показал этот. Этот, говорит, бусурманин будет. А ты вон какой стал. Русский солдат, герой. Дай-ка я тебе поцелую. Ну, ты что, Олеска? Погоди, погоди, милая, погоди. Иди себе приштольно, это тебе не тюрьма. Колян, мой братан. Правильно, вот бери пример своего брата. Пятый раз на зону пойду, а за брата своего. Коль, ты мне говори. Коль, говори ему. Убить не убью, но покалечу. Клюнок, здесь же без тебя перестройка идти, у нас случилась. Здоровы, земляки! Тихо! Главное, на счастье жизни прибыла! Павел Петрович! Ну, здравствуй, афганец наш! Ой, ну? Какой! Николай, мог бы и по-нашему одеться. Как душман справим, его. Справим, Павел Петрович, справим, все справим! Сообщение! Говори, Павел! Через недельку ждем в военкомате. Будем вручать боевую медаль. Будем вручать! Награда нашла героя! Ура! А теперь прошу всех налить. Ой, сядь, бери. Братан мой, мой. Хочу сказать тост. Что нужно, чтобы возродить наши края? Образно говоря, три компонента. Три составляющие части. Первая – это земля. А земли у нас... Девать некуда. Одни пустыри стоять. Второе это... Презренный металл. Мани-мани. Деньги, что ли? А, деньги, но не всякие. Вот деньги. Федь, а Федь, трояк, что ли? Сам это трояк. Дурал. Да дай глянуть. Это сколько ж на наши будет? Миллион. Богатство не обещаем, а достаток гарантируем. И третье, главное, это, конечно, люди. Люди – основное богатство нашей великой страны. И такие люди есть. Я недавно из Москвы встречался там. Наши люди. А чё ж ты, сынок, не ешь, ничего не пьёшь? Поешь. Деньги. Одним словом, есть люди.
но не вы. Да куда уж там? Да вы уж старичьё. И не я. Такие, как Николай. Коляна, брат мой. Помолчи, алкоголик. За него. О, тюремщик, бери пример с брата. Ты, тюремщик-ка. Широка страна моя родная. Много в ней славы Я. Павел, дело есть. Такой страны не знаю, где так больно дышит человек. От Москвы до самой дальней службы гордо северных морей. Человек проходит как хозяин необъятной родины своей. Всю ту жизнь вольно и широко сложно волна полная течет. Молодых и Дехио мой, бухило бухит, волнуется, опасно, гнать-то наш. Дехио мой, кому хахало? Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя и не находит. Тогда, говорит, возвращусь в дом мой, откуда я вышел. И пришед находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой 7 других духов, злейших себя, и вошедшие живут там. И бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом. Спросил. Блин, 100 грамм. Сонь, слыхал, какая история с Кульбяки не случилась, а? Слезы! Там одна баба вот так своему мужику похмелиться не дала. А, ну 100 грамм налей. А у ней было. Ма! Он ее умолял. Налей. На колени пал, умираю, говорит, Сонь, налей. Ее тоже Сонькой звали. А она ни в какую. Нет, и все. Он-то ты раз и готов. Ну, мабрубить, мам, налей, малей. Она думала, что он шутит. А он всерьез. Скорая приезжает и говорит, налила б ты ему, милая, 50 грамм, и жив был бы человек. И это же не все. Она теперь под следствием. И ее судить будут. Вот и отдохнет на Канарских островах. Что, проспала? Проспала, Динаха, проспала. Ты у нее лучше спроси, куда он куртку девал, паразит чертов. Колька им новую куртку привез, кожаную.
и ворота мне навесьте обратно! Ах ты, лоб. Берись! Куда дел? Продал одному мужику за бутылку. Спирту? Водяры. Фу-ло. Да я зайду к нему вечером, заберу. Зайдет он. Куриво есть? И самосад. Вот она, свидание с Америкой-то. Настоящий Анк Бенц. Колька-то где? Где, молится? Молится все. А мне что, пусть молится? Пускай молится, жалко, что ли? А он теперь не Колька, он теперь Абдулла. Надень свой платок и давай, салям, алям, салям. Соня, здравствуй. Здравствуй, Соня. Че смотришь, Сонь? Забирай свой хлеб-то. Так нас же трое. А по документам двое. Вот пускай твой Абдулла в сельсовет сходит, пропишется. И мне вот сюда вот справочку принесет. А хоть бы Абдулла. Вы на своих-то гляньте, ваши-то кто? Твой Шур Костик, что ли, до 10 класса ссался. И в армии не сгодился. И сейчас в тюрьме спит под нарами. Вся деревня знает, все. А ты, Кать, лыбись, подружка Херова. Своего-то до 40 лет грудью кормишь. Дня в жизни не работал. Мели, мели, мели. Сама не мели, не своя, не наша, сидишь. Или твой бессемянный? Все, внуков ждешь. Дождешься, он с бабой спать не ложился. Она мне сама говорила. Ага. Кто ваш-то? А мой. И денег привез, и подарков. И не пьет, не курит. Работает, спины не разгибает. Ему прописаться-то съездить некогда. И медаль получить. Медаль, ага. Медаль. За плен. Валька, ему через медаль льготы положены. Ты мне хлеб-то без ограничений давать будешь. Сейчас прям. Вот так вот. Прикусили языки-то? А ты, Вальк, засунь свой поганый язык себе в задницу. Ну, видали, а? Эй, шеф! Тормози! Подбросишь? Ну! Курва. Коль, а Коль, а чё тебя не видно давно? Чё молчишь-то? Коль, а это правда, что тебя там Абдуллой звали? Абдулла. А это правда раб Божий? Так. Ну ладно, пока. Важный какой. Коль! Коль! Скажи, я всю ночь на ферме дежурю. За комбикормом приходите. Два мешка. Пока. О, фарно, фарно, брат. Красный. Красный. Крестный. Тихо! Есть!
дура, баба. Разбить бы мог. Не идешь? М? Слушайте, а вы откуда знаете? Это уж все знают. Федька с мяшками побежал. Ладно, пойду я. Коль! Скажи Федьке, что нашел! Кто ищет, тот всегда найдет. Раз пошли на дела. Я Рабинович. Рабинович выпить захотел. Ма, а что, если так дело пойдет? Костя, не свадьбу сыграем? Ва, отдадим Кольку за верху. Два мешка комбикорма. Колым как-никак, а? Мели давай. Прошлый год у нас тут геологи работали. Да терли ее все, кому не лень. Домой еще к себе водила. Бабка за занавеской, она. Еще деньги, говорят, брала. Ты-то вот сидел, не знаешь ничего. Мелешь ни свое, ни наше. Да ладно, что там знать-то? Проститутка, она есть проститутка. А что не искали? Нефть, что ли? Кто? Ну, ты геологи. Да не нефть, а эти, как их. А что, алмазы, что ли? Ты заколебала. Да ну, не знаю, кого не искали, а я всю жизнь ковыряюсь, никого не нашла. Поглядеть бы, какие они есть. Да ну что, мама, алмаз же глубоко, их надо бурить. Ладно, бурить. Сынок, чё ж ты не собираешься, пока дойдете, давай. Я не пойду. А? Мам, я не пойду воровать. Чего воровать? У кого воровать? У государства, что ли? Да это государство у нас все соки. Жилы вытянуло. У него крадешь, на том свете зачтется. Ты щенок. Тебя поймают, ведь ничего не будет, а меня поймают, срок намотают. Понял? Сынок, Колюшка, это же комбикорм. У нас же корова, он никак не раздоится. Ну, нехорошо, ясно дело, нехорошо. А жить-то нам надо, но... Я тебе говорю, с этим мусульманином мы с тобой нахлебаемся. Ладно, Федя, ладно. Ладно. Сама пойду. Куда пойдешь, под руку или ползаешь? Ладно. Как-нибудь доколтыхаю. Ладно, тебя последний раз спрашиваю, пойдешь, нет? Не пойду. Чёрта! Пойдем, Федя. Ты что, этот платок нацепила? Да, ну у вас все. А варят? Бога нет. А кто под землей редиску красит? Медаль, медаль. Я навоз увозить, а он за медалью. А как ты думал? Он заслужил. Надо забрать. Обязательно. А то еще кому другому отдадут. Награда нашла героя. Да про эту войну забыли уж все давно.
это птичкам, чтобы отцу веселее лежать было. Могила один, Рэл. Мороз 20 градусов. Земля как камень. Мужики приходили помогать. Не, говорю, один вырою. Один. Ну, давайте помянем отца. Радость у нас, отец. Говорил ты, что Колька вернется, он и вернулся. Ты что с медалью? Часы тебе привез. А ты вот. Выпей, сынок, выпей. А я не могу. Поменяй отца-то. Нельзя мне. Ну, где Петька! Да не будет он пить! Насмотрелся на этих мусульман на зоне. Он с нами скоро из одной тарелки есть не знает. Западло ему! Ну, чё ты, ну? Чё с плечо? Думаешь, сынок, я ничего не понимаю? Думаешь, толкушка бестолковая? А мы когда этот комбикорм чертов с Федькой приперли, я потом всю ночь проплакала. Не из-за тебя, сынок, нет, не из-за обиды. А что жизнь наша чертова проклятая. Стыдно ведь. Всю жизнь воруем, и всю жизнь стыдно. Стыдно. Они воровали б, не выжили. Отец в лесничестве работал, лес воровал. Так и построились. И кровать, на которой вас родила, тоже из ворованных досок. Мам. А чё, жизнь такая? А этот-то, сынок, скажешь, у вас в Афганистане водку не пьют, закон, мол, такой. Уважаю. Только на поминках 3 рюмки выпить требуется. Тоже закон. Только наш. Ты их уважаешь, хорошо. Только и нас уважь. Выпей, сынок. Не могу, мам. Ну чё, стерпел твой Аллах? Рахмат. Ну ничего, я с тобой сегодня вечером разберусь. Ну чё,
Встань, что ли? Тебя там чуть не учили старшего брата уважать? Ну? Ага. Ну что, к нам пока ни к чему. Че, Колян, попал? Попал. Давай, вставай. Сейчас молиться будем. Давай. Подожди, подожди. Давай, давай. Давай. Ты че? Колян, братан, сено жуешь ты? А я думал, молишься. Ма, ты с нами пить не стал? Один сам разжрался, как свинья. Ой, дай, ма, какая холодненькая, какая холодненькая. Холодненькая. На, пей, мусульманин. Баты дряли. Убью! Люди! Люди прекрасные! Убивай! Викушам в саде хором! Мана! Мана! Исаак! И тебя! И тебя, Исаак! Бар, Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Ашхаду ан ла илляха илля Аллах! Ашхаду ан ла أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله جيب 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 Ты заметил, Федь? Ездить тут один на «Жигулях» в темных очках, высматривает все. Менты меня пасут. Пей, чё сидишь? Только мне оставь. Водка и спирт. Спирт. Чё сейчас оставлять-то? Ты он слыхал в Мукомолово? Четверо от спирта каюкнулись. Райское наслаждение.
Ну, покалечу. А ты ответь, слыхал, что вчера бабку синиту учудила? Хочу, говорит, баунти попробовать, а после этого хуще на погост. А может, и убью. Но тогда уж точно зеленкой лоб намажет. Это как? Пиф-паф, высшая мера. В общем, дядя Вань, если увидишь, что я убивать буду, кричи, Федь. Вышка, Федь. Понял? Погоди. Ну, клинок мой, крестник, Федь. Я же его вот на этих самых руках держал. Крестик. Крестник? Крестник. Испугался, раб Божий. А это дачники ворон пугают. Ну что, много наловил? Мало. Ой, жарко что-то. Коля, а у тебя закурить не будет? Я не курю. Да. И не пьешь? Я не пью. Кто не курит и не пьет, тот здоровенький помрет. Ой, жить-то ночь. Афганский соловей. А нет такого языка, афганский. А на каком же ты калякал? На фарси. Фарси, марси. Вот я и спрошу, как по-афгански соловей? Буль-буль. Как? Буль-буль. А папироса? А там нет такого слова папироса. А как будет вода? А как будет земля? За ним. А руки? Даст. А как будет губы? Лап. Лап. А как будет? Я тебя люблю. По-афгански. Мантурдус недарам. Мантурдус недарам. И сиди! Ну эту рыбу нахер! Коль, а знаешь, как по-китайски я тебя люблю? Как? Сунь, вынь. Мантура, дус, дарам. А, да. Я тебя люблю, мантур, дус, дарам. Мантур, дус, дарам. Ну, вести. Мантура, дус, дарам. Ой, дай шапочку поносить. Да. Какая шапочка. Ой, а я знаю по-французски. Живу всем.
и по-немецки даже знаю. Их лебедихи. Хорошо. Кормите шапочка. Очень идет. А песенку знаю. I love you. Коль! В деревне разные говорят. А? Че, пожалел? Пожалел, да? Ага. Он тебя тут не очень-то жалел. Тут доставал меня. Ужас. Встретил его ночью перед клубом. Он говорит, верха дай. Я говорю, с какой стати вообще должна тебе давать, да, собственно говоря? Он говорит, ты с моим братаном Коляном ходил до армии? Ходила. А он без вести пропал в Афгане. Так что ты теперь, голубушка, по закону моя. Я говорю, ну, знаешь, а я что-то такого закона не знаю. Он говорит, все равно дашь, куда денешься? Я говорю, что? Я скрипяному скотнику сейчас на фирме дам, чем тебе. Девушка, нельзя потише. Сам заткнись, понял? Ну вот. А он говорит, чего? Я говорю, чего через плечо? Так как-то от Питера до Москвы раком не переставить. Ой, еле вырвался. Давайте нас смотреть. Вот какое ты чувство. О, я страхаться буду. Гляди, гляди. Ой, клево. Ты если хочешь смотри, а я тебе на улице подожду. Коля, Коль, а ты что там в кино не ходил? А там нет кино. Mm. Это маленький кишлак в горах. А что ж там делал-то? Я работал, книги читал, mm. А Боба Амридин объяснял мне Коран. Боба кто? Дедушка Амридин. А. Коля, Коля, а правда, что ты у него в рабстве был? В деревне говорят, что он тебя купил. Он не купил, он выкупил. Mm. Меня расстреливать вели. Тебя? А он на осле мимо ехал. На осле? А зачем ты ему был нужен? А у него, понимаешь, сына убили. Так. Его звали Абдала. Ой, как тебя? Я рассказываю вам сегодня об опере Петра Ильича Чайковского «Пиковая дама». А коли так, нам не миновать того обстоятельства, что в ткани этого большого сочинения вживлено другое, меньшее, но вполне самостоятельное. Вспомним знаменитую сцену бала. И вспомним звучащее на балу приглашение распорядителя. Хозяин просит дорогих гостей послушать пастораль под титулом «Искренность пастушки». Чайковский несколько сместил время действия пушкинской повести и перенес события в блестящий Екатерининский век. А в то время придворные домашние спектакли были в необыкновенной моде. Я у Нинки в гостинице за стакан попросил. Она мне вот эту вот банку сует. Я ей говорю. Нинка, ты что? Чистая нравственная что мне в нее? Мочу, что ли, вставать? Постарали. Что значит пастух? И вот пастухи и пастушки в этих спектаклях переживали изысканные чувства и вели галантные диспуты на фоне изящно декорированных пирог. Злодей, ужасный обманщик, убийца были бы в таком спектакле просто неуместны. Итак, «Искренность пастушки». Постарали из оперы Чайковского «Пиковая дама». Вы сейчас услышите дуэт «Прилепый и миловзор». Помните, мой миленький дружок, любезный пастушок.
Он что, больной? По что больной? Здоровый. Говорит так просто. А кто такой Геннашка? Так он, Геннашка, есть. Постул-то наш, Геннашка. Я Маридина. Херков стояла. Ты химуй, а тону. Там стоит. Геннашка, ну. А что он сейчас говорит? Вот и говорит про церковь-то. Церковь тут стояла, ага. Потом в 37-м провалилась, и вот тут теперь озеро у нас. Бучило-то вот это и есть. И говорят, что, мол, кто до Маковки донырнет, дотронется, да крой, как на свет народился, вроде как и без греха. Так уж и без греха. Говорят так. Сами-то наши тут никто не купается, чужим не советуем. Прости, Сонь, но не культурная ты женщина. Кто сейчас это поет-то? Я отдала тебе Америка, разлучница, того, кого люблю. Храни его, храни. Я отдала тебе Америка.
разлучница того, кого люблю. Храни его, храни. Санька! Кто там? Ванька, Ванька, это... Санька, вот твою мать! Вы здесь обе живете, а там твои сыновья друг дружку насмерть убивают! Быстрее! Вы что же это, мужики? Разнимать не можете! Я уж вон разнимал, будет! Ага, их разнимешь, а Федька потом прирежет! Эй, спушь! Пашка, ты высадил! Оп, твою мать! Как же мурат настоящий! Эх, была не была! Федька, завязывай! Завязывай, сказал! Твою мать! Вышь, кричи! Кричи, вышка! Башня! Сидуешься! Лера! Лера! Старую стеклотарню побей. Ну, кажись. Чего? Ты б Федьку видел. Держи. Я пришла, он... Под одеяло забрался, испугался, что ты. Да. Слушай, а можно я у тебя переночую, а? Вер, там кто? Ты, хрен в пальто. Ой. Здравствуйте, бабушка. Ба! Помрешь когда? Ночуй, если хочешь. Хочешь на лавке, а хочешь... На лавке. Да хоть в курятнике. Все равно завтра скажу, что я тебе... Лежу и все. Мы с тобой лежали до армии, так ничего не было. Ноги. Ой, ноги. А сейчас мы тебя согреем. Вот так вот. Вот так вот одеяльцем. Так вот. Хорошо. Вот так вот. Вот и все. Хорошо. Сейчас будет тепло. А что это такое? Ниточка. Курочка. Пенюшка мой. Замерз, мой хороший. Вот так вот. Ну как, замерз? Хорошо. Ага, ну что, Вивди, отец уберем. Ага, просто. Ага, простыночка оставила. Ой, Коля. Миша, что он? А ты чего?
Колечка, Коля. Я не хочу так. Не хочу так! Как? А как? А все так? А я не хочу. А я хочу, чтобы мы женились. Женились? Да. А когда мы женимся, тогда у нас будет это. Вот. А потом от этого у нас будут дети. Ты будешь их растить, а я буду их кормить. Я буду ходить на работу, приходить с работы. Понимаешь? А ты будешь меня провожать и встречать. Вот как я хочу. Понимаешь? А, и что потом? Потом дети вырастут. У них будут свои дети. А мы с тобой станем старенькими. Вот как бабушка. Понимаешь? И старший сын возьмет нас к себе. И мы от него уже будем ездить ко всем остальным. А все нас будут любить, все нас будут уважать. Да, и похоронят рядом. Конечно. Мы же на том свете тоже будем вместе. Во, видел? Мне в ад надо. Я давно в ад записалась. Аллах милостив. Да. Аллах милосерден. Аллах, Аллах заколебал своим Аллахом. У нас Бог Христос. И святые всякие, понял? Аллах, это имя Бога. Понимаешь? Только имя. Бог один. А имен у него много. А какой настоящий-то? А никто не знает. Никто. А когда узнает, тогда его позовут, он придет, и все станет по-другому. Все будет хорошо. Правильно. Да. А когда будет это? Не знаю. Никто не знает. Это будет. Обязательно будет. Ну, а тебе кто? А что, мы приглашение, что ли? Эмбри нам, ну. Ну, эмбри нам. Здравствуйте. Ой, батюшка, как я проглядел это вас. О, кто к нам пришел? Ой, а я им не стала говорить. Боюсь, испугаются, убежали бы. Кто убежал бы? Здорово, Миха.
Какой тебе Миша-то, черт? Что, за одной партой сидели-сидели? Списывать давал-давал. Мам, он ведь всем списывать давал. Ой, грешен. Да, грешен, да. А здесь вот такое про вас говорят, что даже прям страшно было к вам идти. А увидел вас, и не страшно совсем. Даже наоборот. А я думаю, чего мать колготится? Даже петуха зарубила. И все тайком. А мне нельзя. Как? Да я у бабок спрашивала, нет же никакого поста сейчас. Нашла у кого спрашивать. Эти старухи, небось, зимние в 17-м брали. Верно, Миш? Сегодня среда, Софья Пантелеймоновна. А среда и пятница – дни постные. В среду Иуда предал Христа, а в пятницу распяли Спасителя. Э, куда? Чай в приглядку пила, была. Мать на блюдечко кусочек сахарочку положит, вот такусенький. А мы глядим на него и пьем. Сладко, куда там? А чтоб петушатину в приглядку. Я унесу ее от греха-то подальше. Да. Он у нас батюшка. Иной раз и не верится. Проснешься ночью, думаешь, правда и нет, правда. Да. Господу дорог много, Софья Пантелеймоновна. А ты-то, Федор, в храм ни разу не придешь, а? А во, я говорю, иди, Федька, иди. В аду гореть будешь, вспомнишь уже, что в храм не ходил. Ладно, ты много ходишь. Ты че это? Я это, ад не боюсь. Я на зоне в Кислотном работал, в чугунно-литейном. Меня этим не запугаешь. А что для тебя хуже, когда душа страдает или когда тело? Тело. Гвозди глотал. А вот когда душа заноет, это… Так тело твое здесь, в земле останется, а душа страдать пойдет. Души там страдают. Душ. Так что приходи. Приходи в храм-то. Да. Да вот ты что, батюшка, дерутся тебе не у меня. Смертным боем дерутся. Может, ты скажешь им чего или сделаешь чего? Да ладно, че ты, мам? Помоги, батюшка, помоги. Христом Богом прошу. Может, молитва какая есть или заговор? Жил очень давно, 1500 лет назад, святой Макарий Египетский. В пещере жил, в пустыне. Великой святости был человек. И услышал он во время молитвы голос. Макарий, ты еще не сравнялся в святости с двумя женщинами, которые живут в таком-то городе. Пошел Макарий в тот город, отыскал тех жен. Стал спрашивать их. Они ему отвечают. Грешны мы. И живем в суетах мирских. Но преподобный не переставал вопрошать их, говоря, ради Бога, откройте мне ваши добрые дела. И, наконец, женщины признались старцу. Нет у нас добрых дел. Одним лишь не прогневляем мы Бога. С поступления нашего замужества за двух братьев. Вот уже 15 лет мы живем так мирно, что не только не заводили между собой ссоры и вражды, но одна другой слова еще неприятного не сказали. Вот. Как важна Богу мирная и согласная жизнь в семье.
будем мириться. Не будем драться больше. Заживем по-людски, как те две старушки. Целуй теперь ты. Ну? Целуй, чё ты? Тёзка, что, Николай Угодник? Ты чё, боишься? Боишься, да? Мне нельзя. А ты все равно поцелуй. Ну, целуй. Целуй! Морда! Целуй! Целуй мордом! Мусульманский целуй! Целуй! Просил же! По-людски просил! Далеко ты с топором-то? Да надо колоть. Эй, шайтан! Надо типа дарла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! Пресвятая Богородица, Преснодева Мария, прости мою душу грешную, прости. Кать, 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 Кать. Пошли, пошли, хорошие, домой, домой, Кать, 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 домой, 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 домой. Дедушка Амреддин говорит, рай находится под ногами ваших матерей. Правильно говорит сынок. Мне отец Михаил наказал беречь тебя. Как, говорю, беречь, батюшка? Я и так ночью глаз не смыкаю. Все слушаю, не крадется к нему Федька с ножиком. Возьмет да зарежет. Зарежет. Ой, сынок. Это еще страшнее, что он тебя боится. А со страху скорее зарежет. Молись, сказал батюшка, а больше ничего не сказал. Мам, а я прялку починил. Руки у тебя золотые, сынок. И
голова светлая. И здоровьем Бог не обидел. В нашу ты породу, в Коровинскую. А Федька в отца дурная кровь. А все равно сын он мне. Пропащий человек никудышный. А мне и вот этого еще жальче. Знаешь, сынок, ты меня прости, уезжать тебе отсюда надо. Куда уезжать, мам? К дяде Юре. Отцову брату. Дядю Юру ты помнишь? А? Угу. Может, дедушке Амредину своему? Я бы гостинцев собрала. Передашь ему низкий поклон от меня и материнскую благодарность. Чего ты, сынок? А? Ничего. Отцов Федька. Федька нашел. Пропить хотел. Еле отобрала. Знаешь, думаю, залечу к матери в деревню, а потом, думаю, напугаю народ, переполошу старых. Знаешь, это кто? Люди, которые могут все. Практически это уже не люди, боги. Вот с их помощью будем поднимать наши края. Сейчас летали, землю смотрели. Посидим? Ты чё тут культ отправляешь? А что, хорошее место? Да знаю, знаю, знаю и не осуждаю. А если будут притеснять, сразу ко мне. У нас свобода всех конфессий. Хоть в Бога верь, хоть в чёрта, лишь бы государству вреда не было. Знаешь, грешным делом
я сам в церковь захаживать стал. И ты знаешь, хорошо. Напряжение снимает. И вообще своеобразная такая психотерапия. Вот выучил молитву «Отче наш». Сейчас символ веры штудирую. Ну, помнишь? Верую в единого Бога. А, хотя ты... Ну, на колокол пожертвовал определенную сумму. Конечно, кто знал, что так получится. Ну, уж если получилось. Был салом, стал палом, так что ли? Или наоборот? Да. Но вера народу нужна, и ты молодец, Николай. Хотя, конечно. Ну, ничего, Бог-то один. Один, спрашиваю. Один. И Бог есть, это теперь как дважды два. Вот только представить его себе я не могу. Черт там или сатана, как Бал правит. Это сколько угодно. А... Ну ты что, еще не закончил? Ну, тогда я пойду. Не буду мешать. В Бучили пока искупаюсь, там вода сейчас теплая. Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек. Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. Здорово, баба Маня! Здорово, здорово! От Москвы до самых до краев, с южных гор до северных морей, человек проходит как хозяин необъятной родины моей. Беги скорее, не успею!
случилось, Крёстный? Манна небесная! Кошелку бери! Ну! Какая манна? Алло! Хватит больницу! Дурало, блин! Ульна! Раньше рыбу ловили, а теперь доллары. Вы фальшивые! Фальшивые! Куда, блин? Куда? Куда я первый? Подавлю! Я тебя подавлю! Федька! Штаны не потеряй! Спать! Подержи! Я отдала тебе. Капитан! Чего? Доллары за порта! Чего? Баксы, Михалыч! Какие баксы? Мама мия! Товарищи, граждане, господа! Экстренное сообщение! Эти деньги трогать нельзя. В оперативных целях они обработаны специальным химическим составом, вызывающим многочисленные язвы на поверхности тела. Это очень опасно. Но если вы их уже взяли, оставайтесь на месте, дожидайтесь посадки вертолета, где будет осуществляться приемка отравленных убежищ и занапрасовка потерпевших. Ваша жизнь в ваших руках, товарищ. Ты смотри, ноль внимания, ну народ, а? Я надо кончать эту потягу. Слышь, там баксы на руле. Проверяла. Не надо. Ты что, сдурел, да? Пусти. Вер, нельзя, нельзя, нельзя. А что нельзя-то? А что, ничто разводить можно, да? Колготки раз полгода можно покупать. А? Вер, ой, пошли, нельзя! Вер! Вера! Вер, мотору тут стыда раб. Я люблю тебя. Потом, Гуля, потом! Верика, разлучница. Ой, ну вот! Забыть, да видно, не получится. Сплетаются в года моей тревоги нить. Я дала тебе, Америка, разлучница. Того, кого храни его. Хватит.
А ко мне Васька Кукушкин прибежал. Валька, дай, говорит, бутылку. Сует мне зелененькие эти. А я в городе была с отчетом, Васька, ничего не знала. Куда я столько хлеб кладешь? Да пошел ты, говорю, нарисовал, небось. Он хорошо рисует, Васька-то. А от тебя на мукомоловку пошел. И у крысей купил бутылку самогона. Правда, говорит, дурной какой-то. За сколько? За 1500. Чего? А вот этих чертей зеленых. Ну надо же, а. Вот и не верь после этого людям. Соня! Беда, Сонюшка! Слезы! А Пашка-то где? Павел Петрович. В больнице лежит. Ногу в больнице. Беда такая. В этот самый. Какая-то свинья ему все мерещится. Какая свинья? Не только свинья. Сатана примерещится. Денег сколько наворовал. Не наворовал, а ему дали. На, дали, дали. Догнали, добавили еще. Дали. Глянь-ка, нападали еще. Да? Нам не давали, и то забрали. А почему нам-то не давали, давали, а? Да землю продал он нашу кому-то. Землю. Нас не один, так другой продаст. Тебя! Кому ты нужна, тебя покупать-то? Иди, Сонька! Феська повесился. Мамочки. Царица небесная. Федька! Федя! Феденька! Федя! Живой! 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 Гад! 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 Захмель сразу вышла. Федька, Федька! Вышла вся. На кругу там зыбка твоя качалась. А ты вслед за отцом удумал. Захмель вышла. Удумал тоже. А сколько ножички утик. И захмель вышла. Не вешайтесь вы больше! Без причины не надо больше вешаться! А будет причина тоже, не вешайтесь! Потому что нет такой причины! Потому что это грех! А грешить легко! Так легко, как войти в воду, когда деньги полут по реке, понимаете? Хорошо. Не можете молиться, не молитесь. Не можете креститься, не креститесь. Не можете поститься, не поститесь. Не можете верить Христу, не верьте. Не можете верить Мухаммеду, не верьте. Не можете верить, не верьте. Но знаете, придет сатана, и вы поверите ему, потому что он заставит вас поверить ему. И будет плохо, очень плохо. Поверьте хотя бы. Сирых и странных предстательниц,
скорбящих радости, обидем их покровительницы. Зриши мою беду. Скотина ты пьяная. Колька делал, делал, а ты сломал. Была прялка, как новая. Укорми меня, яко странно, обиду мою веси, разреши ту, яко волиши, яко не има мыные помощи, разве тебе не иные предстательницы, не благие утешительницы, токмо тебе, о Богоматери, яко да сохранишь имя и покрыешь его веки веков. Чего стоишь? Присаживайся. Ну что, узнал меня? Да, товарищ лейтенант. Обижаешь, капитан. Правда, запаса. По состоянию здоровья. Ну ничего, зови меня замполитом по старой памяти. Я тебя, между прочим, тут уже почти месяц спасу. Догадываешься, почему? Нет. Недогадливый ты, гвардии рядовой Николай Иванов. Помнишь, 14 октября 1986 года, кишлак Шанбе в 120 километрах от Кундуза? Да. Помнишь, как гвардии капитан Алексей Иванов приказал тебе убить, расстрелять трех пленных духов, а ты отказался? Да. Мы расстреляли их, вот видишь, все помнишь. А потом мы провели с тобой политбеседу. Мы тебя били? Нет. Правильно. Потому что Леха сказал, что в этом парне что-то есть. А потом ты обещал нам, что при чистке кишлака Маруни пойдешь в первой линии, обещал. И ты пошел. Но духи ударили. Мы отступили. А ты остался. Нет. Нам нужно было уходить, иначе мы могли бы все там полечь. Но Леха сказал, что пропавший без вести – это хуже, чем убитый. И мы пошли ночью. Положили шестерых. А седьмой… Лехе пуля попала в легкое. И когда он говорил, у него… изо рта летела кровавая пена. И у меня вся морда была в крови. Он сказал, я понял, что в этом парне. Он предатель. И когда он умер у меня на руках, я поклялся себе, что если когда-нибудь увижу тебя, я тебя убью. А потом я увидел тебя в репортаже. Купил ТТшник, взял отпуск на работе и приехал. Два раза чудо тебя спасло, Коля Иванов. А потом что-то случилось. Места у вас красивые. Отдохнул,
Да еще купил тут, так сказать, книжицу. Новый Завет называется. И все читал ночами. Не спится, давно все-таки никого не убивал. Там, конечно, много такого, с чем я согласиться не могу. Не клянитесь. А как же, например, присяга? На ней же вся армия стоит. Или не судите. Хорошо, я согласен не судить. Если расстреливать всякую сволочь без суда и следствия. Там многое, конечно же, устарело. Заповедь номер 3, к примеру. Не разводись, если она не прелюбодействовала. И не женись на разведенной. Почему? Моя первая, например, не изменяла мне. Но сукой была редкой. Я развелся. Женился на разведенной. Живем хорошо. Двое детей. И первое, главное, хорошо с новым живет. Где ж тут логика? Ну а уж насчет щеки. Это, может быть, в его времена по щекам били. А сейчас, если в тебя из калибра 7,62 справа влепят, другой стороной уже не повернешься. Я не богохульствую. Я, между прочим, 2 года назад крестился. Я теперь замполит крещеный. Да, и чем больше я читал, тем меньше мне хотелось тебя убивать. Вот такое дело, Коля. Значит, что-то есть в этой книжице. Есть. И много причем. Как вот, например, в этом пункте про мужика. Про человека, который беса своего выгнал. Выгнал, а душа-то осталась пустая, не занятая. А тот бес погулял-погулял и вернулся. Да не один, а 7 с собой прихватил, еще покруче его самого. А ты знаешь, когда я всех 7 в себе почувствовал? Это вот когда баксы по реке поплыли. Я же был там. Я уж и штаны со штиблетками скинул, а потом тебя увидел. И тут я подумал, нельзя лезть в воду, не полезу, а они как заворочиваются в моей душе. Вот тогда-то ты себя и спас, гвардии рядовой Николай Иванов. Слава тебе, Господи. Сколько раз я не хотел убивать, я убивал. А тут захотел убить. И не убил. Знаешь, что меня спасло? Нет. Вот это. И тебя, между прочим, тоже. Вот и ты, перекрестись. Как? Ну, как все нормальные люди крестятся, вот так. А вы левой рукой? Это же я от рождения левша, когда волнуюсь. Я же и стреляю левой. Вот. Я не могу. Почему? Потому что мне нельзя. Потому что нет Бога, кроме Аллаха и Мухаммед, пророк его? Да. Так. Оставался бы там в таком случае. Зачем ты сюда приехал? Я слышал голос. И что он тебе сказал? Он сказал, возвращайся в свой дом. Ну вот. Но он сказал мне это на фарси.
Так, значит, все правильно. Пришел и привел семерых злейших себя. Нет. Нет? Хорошо. Тогда перекрестись. Просто для меня. Понимаешь, для меня. А так перекрестишься. Теперь я понимаю, что Леха имел в виду, когда тебя предателем называл. Коля Иванов. Коля Иванов. Сейчас. Черт. Замерзла. Мам. Но скучно.